I'm gonna go
крупная компания, это основные играют в Париж, в Бали, вот, все очень рационально, все как мы любим. Продолжим. Я не знаю, как он здесь.
как это может быть? У меня подкосило бы не сбивать. Ты так и не
застала. Скоро тебе быть с тобой. Поем все вместе прыг-дак-скок, северо-запад, юг-восток. Следующая песня — это такой философский блюз-рок. Уходят мысли и мечты, и нас, как и уходят, и вечно нас.
Спасибо, друзья! Надеюсь, наши тексты тоже на вас налетают. Или потом будете спрашивать, а на каком языке вы все пели? Нет, все круто, только на каком языке, скажи. Пели? Пели-ели. Проводила так долгие дни. Пока меня в том, что строят вокзалы, что есть поезда и картины. Пока меня в том, что важный составом проводит свою нецарскую жизнь. Что есть на земле счастливые славы, что горят в переходах. Проводила так долгие дни. Эта песня посвящена работникам железных дорог любой страны мира. У них у всех одни и те же вопросы, одни и те же взгляды. Это все пройдено уже давно. Следующая песня, она повествует, да, о том, как прекрасен и одновременно с этим ничтожен мужчина с дамской собачкой. Мужчина с дамской собачкой просто где-то погадал. Она идет, как лежила, стреляет свою сторону. Знает головой, поднимет на сердце, нет простой. Мы с этими словами, мы не будем так ломать. Ирак лыдет, карвать из лад, и попадем в города. Он стоит ее рекламы, что стал мне с рекой. Как раз обитает пары, унипая уроды. Ха-ха-ха!
постой. Следующая песня, слава богу, написана не мной, написана моим другом. О, кстати, я забыл, я же вас плохо вижу, а так я буду вас видеть очень хорошо. Не надо. Похож на подонка таинственного. Вот. Следующую песню написал мой товарищ, с которым мы записали когда-то альбом «Болен и Хобот», это было в 2011 году. Игорь Анатольевич Горин. Он проживает в городе Героя Москва. Он отметил уже свое 50-летие. У него родился сын, маленький Максим Игоревич. Такой буквально год ему или два. Вот. Это «Исповедь старпера». Ну, это моя песня, слава богу. Тебе далеко за 20, ты многое испытал. Подумал, пора сдаваться. Пощады уже не жди, держаться уже не плати. Пойди, что ты ослеп, ты просто не видишь цели. Ты просто не видишь свет. Thank you.
Пацаны заглянули в кафе. Здравствуй, Толик. Ганила В. А вступили и справа, и слева. И вгажнули. Кто с правой, кто с левой. Волокли под дождем. Волокли. Говори, где бабло, не ели. Как и стамусов партизан, ничего не сказал им итальян. На вопрос о последнем желании он ответил невнятным мычанием и добавил, сглотнувши слюни. Передайте тём-тём китюне! Давайте коллегам танцуем все! Полное серое утро. Пятая с ночи постель. Шкафу деда Мороза есть водка. Песни не сочинил, на майке на покойном выезжаешь.
Я думал, я ему пиво плесну в лицо. Мы втроем. Мы можем себе позволить все, что угодно. Петь Майка и даже Виктора Цоя. И кто нам что сделает? И даже свои песни и чужие. То, что цепляет душу, вот наше все. Суровый, чтобы вообще все офигели, да? Помада, что ли? Почти. Помада, да. Thank you.
Ладно, встретимся после небольшого перерыва. Спасибо. Красивых, милых муз. И никаких там тендоловитых. Давайте петь, друзья. Давайте пить. Ловите кайф, друзья мои. Ловите. Здесь больше нечего ловить.
Thank you.
открывается у склада кабарил. Ты пристали, зорче, гляди по сторонам и новую подругу. Сушки. Он сказал, что с тобой делать? Я говорю, я буду красить контрабас, а ты мне помогать, будем говорить, и ты будешь пить пиво. Он сказал, окей, приехал, и тут ему звонит жена. Он говорит, да и мы с хоботом контрабас красим. А она говорит, что, набухался? Своей бабушке про хобота расскажешь, пошел ты в жопу. И вот об этом песня. Товарищ мой пришел ко мне, он был с ненавистью. Я приношу скоротать сейчас, помочь покрасить контрабас. Работа кипит, дело идет, молочный краску стояли полет. Тут ножку звонит жена. И после скандала быка доверили правовую, он золотый слова. Я
А сейчас Romantic Collection, продолжение. Со мной играют меня.
Следующую песню написал мой товарищ, уже покойный Вася Гонтарский. Он несколько раз сидел за употребление и также хранение. И как-то раз он познакомился с мужчиной из Грузии. И тот спросил, типа, бро, чем ты вообще занимаешься? Он сказал, я актер, там, музыкант, сочинитель песен. Он сказал, да, у меня в городе Зубиле тоже был мужик, который офигенно играл на гитаре, и его знала вся страна. Ну, в общем, об этом песня. Если кто скажет, что исковеркал святое, так, Господи, я тоже люблю Цоя. We'll be right back.
С нашего трибюта Майка Науменко, собственно, которым мы закончили эру нашего, так сказать, кавер, как это, эру каждой группы, как бы так сказать. Вот. Очень любили Майка, записали ему трибют,
Твои посвящения, я бы так сказал. Вот песня, ваша песня с этого альбома. Посвящается вам, Майку. Вступайте в наши ряды, следите за нами. Кстати, у нас есть пластинки, целых два тиража разных пластинок. Вот, если кому-то деться, проходите, они еще есть. Вот, спасибо вам большое. Ну и в заключение старая питерская песня. Крейсер «Аврора». Старая питерская неформальная песня.
Спасибо, Виктор Ташкрузов. Гитара, только Александр Ритва.